А с утра я уже готовлю творожники, девочки. Почему творожники? Потому что из творога. У меня уже здесь шкварчат, жарится. Обжаривать буду на небольшом количестве масла и совсем-совсем до такой, знаете, небольшой румяной корочки. Можно в духовке, конечно, печь, но в духовке уже будет подольше, а с утра сейчас хочется позавтракать. Использовала я муку Макфа для того, чтобы добавить вот в тесто. В тесте у меня творог, 3 яйца, сахар и немножечко муки для связки. Вот получилось такое тесто. И также мука, я обваливаю здесь немножечко, совсем чуть-чуть обваливаю сырники или творожники. Ну, кому как удобно, кто как называет. Покупала я творог на рынке, такой жирненький. Оставила совсем небольшое такое количество. Это для девчонок, для йорков. Творог немножко йорком можно. Чуть-чуть, каждой по ложечке. Вот я приготовила уже ложечку, каждой по ложечке. И все-таки творог в рационе должен быть. Не часто, немного. Так, ну что, сейчас, наверное, Александра позову. Александр будет делать у нас кофе. Здесь уже я залила молоко. И будем пить кофе. Кстати, меня спрашивали, удобна ли вот эта бутылка. Вот я ее приготовила показать. Бутылка очень удобна. Она для масла. Если у вас вот масло разным вы пользуетесь. Мы в семье пользуемся обычным для жарки маслом. Затем летом очень любим с ароматом масла. Вот у нас сейчас оливковое, потом подсолнечное, такое темное с ароматом. Ну вот просто замечательно сделать салатик с такими маслами. Эти бутылочки незаменимые. Потом уксус, если у вас несколько уксусов, залили в эти бутылки и пользуйтесь. Мне нравится. Но в продаже, я не знаю, в Экспрессе они до сих пор есть или нет. Если есть, покупайте. Ну и начинаем делать кофе. То есть не мы делаем кофе, кофе делает кофемашина, наша замечательная кофемашина. А мы пока приготовимся. Мы же будем делать кофе латте. Латте. Машинка подскажет вам, когда закончилось кофе, когда нужно почистить фильтр. Когда нужно убрать, отжим, да, называется, отжим. Все, он расскажет, все покажет. Именно вот эта модель. Ну и делаем кофе. Сначала чашечку. Мы наливаем эспрессо. Чтобы получился очень вкусный кофе, кофе-латте, мы сначала наливаем эспрессо. Эспрессо готов, размешиваем сахар. Именно ложечкой с длинной, да, ручечкой. А уже потом нам приготовят кофе. Латте. Thank you.
Ну вот наш замечательный кофе латте. А первая порция кому? Готов. Вот такая вот маленькая чашечка, это кому? Какая пеночка, посмотрите, да, какая видим, пеночка. Видим, да, видим, видим. Так, как любит Александр кофе, мне кажется, никто не любит. Ладно, а я уже с утра приготовила творожники, мы вместе с вами. Вот такие вот замечательные. Можно их, конечно, я говорила, уже приготовить в духовке, но в духовке это дольше. Здесь джем доедаем. Он не джем. Как он называется? Вот протертое цитрусовое. Просто протертое, по-моему. Так она и называется. Джем это джем. Другое. Короче, очень вкусный. Советую. И достала вот такие вот летние для десерта тарелочки. У нас их 6 штук. Вишенки. Да чего ж они красивые. Здесь присутствует белая серединка. И по краям, конечно же. А мне, в общем-то, не вишня напоминает, а черешня больше, да, Саша? Мне кажется, это черешня. Так. Александр, вы посмотрите, достал зимнюю кружку. Да, все, я себе чашку. Делаю кофе и садимся пить. Ну, тогда всем приятного аппетита, девочки. Зашла в маяк посмотреть, что здесь есть. Ну, как бы такого ничего особенного нет. Вот, увидела здесь сплат, зубную пасту. 179 рублей. Ликвум гель. И вот такой вот сплат. Он по 130. Ну вот этот я уже брала. Никакого восхищения нет у меня. А вот ликвум гель классный. Мне понравился. Так, что еще здесь есть? Зубная паста. За 140 рублей. Биодер. С алоем. А затем с различными другими наполнителями. Так что, кому нужно, имейте в виду. И цена, ну, средняя цена. Гель для массажа. Кому это актуально. Радикулитный бальзам. Сейчас на огородах, на дачах натружитесь. И... конечно, все будет болеть. 44,90. Так, я уронила, нужно поднять. Так что в маяке тоже есть горшочки. У меня в таком горшке фикус растет. Симпатичный. На сколько литров? Литры, литры, литры. На 3 литра. 3,1. Ну, по-моему, ты такие брала себе, да, или нет? Да. Есть 4 литра. Да, а вот цена 81. 81. Это только коричневые, да, вот эти вот? Или все? Нет, коричневые, потому что здесь а белые, 4 0, а белые. А белые. А еще есть вот такие вот. Такие я брала себе. Какие же они классные. Ну, вот они, пожалуйста. Цена, по-моему, тоже 81, да, получается. Да. Уже с поддоном. Может, я возьму? Надо подумать. Это новенькие горшочки. Но это больше карпов, потому что... ну, дырочки. А, есть дырочки, их нужно просто доделать. Вот, смотри. Да, но очень-очень мягкие. Прям мягчайшие. Ну, в принципе, 129 рублей уже поддон есть. И цвет. Цвет серый с листом, по-моему, клен или что это. Ну, очень даже, очень даже. Вот они как раз различные средства для дач. Это лопаточки у нас по 125 рублей. Совочек. И грабельки. Для того, чтобы убрать листву, траву. Зелененькие, позитивненькие. Так, а это... прям штык-лопата. Да. Лопата складная, с комплексом, в рукоятке. И еще и в чехле. Окапываться, да, на даче от соседа. Угу. Так, еще здесь столы. Стол складной. Инструкция есть. Белый, только в белом цвете. Нержавеющая сталь материал. И размер 70, 57 и 7.
еще здесь табуреточки. Давайте посмотрим. Серые, коричневые. Табурет 366 рублей. Стулья 1136 со спинкой. Насколько они качественные, не знаю, не брала. А еще есть душевая система со смесителем. Тропический душ 4190. Здесь вот уже открыто, чтобы не ломали, не открывали. Все есть. Можно посмотреть. Вешалка 465. Есть верх. Положить перчатки, шапки, шарфы. Доска гладильная 1066 рублей. И сушка 836. Как-то я собиралась себе сушку купить. А потом подумала, нафиг она нужна. И купили на балкон сушку. Такую икеевскую. В Леруа Мерлен. Ну, она похожа, как в Икее. У кого животное, замечательная вещь. Это контейнер. Есть с рисунком Йорка для собак. И также для кошек. Сюда сыпите сухой корм, если вы кормите сухим кормом. И в контейнере храните. Прям классно. А также есть еще контейнер для овощей. Вот в Экспрессе тоже такие же есть. Но я что-то себе не покупала. Не знаю, меня, вернее, смущает вот эта крышка, что она когда-нибудь, не когда-нибудь, а очень быстро сломается. А без крышки смысл. Ведро 199 рублей. Кстати, классно ведро. Цвет серебро. Оно такое полукруглое и немножко сзади плоское. А крышка сама бело-серым. Набор чашек. Три чашки. Большая, маленькая и средняя. Она у нас по 234 рубля. Он набор. А еще по 426 рублей друшлаг. Складной, прямоугольный. С телескопическими ручками на 4 литра. Цвет зеленый и красный. Вот они, чашечки. Только немного другого производителя. На 4 литра, на 4 литра и на 2 литра. Город Челябинск, вернее, Челябинская область, Копейск, 143. Тазики. Тазики серые, тазики розовые для девочек. И тазик прямоугольный на 15 литров, 116. Контейнеры 139 рублей, различные. 316 контейнера, набор 3 штуки. Так, а что тут? Сушилка, набор сушилок. Так, это у нас сейчас посмотрим, тоже производство России. Сушилка для посуды. Ага, и прозрачная пленка на стол. Покрытие жидкое стекло, но оно очень тонкое, с рисунком. Ну, знаете, так вот опять же, за неимением можно купить. Вообще тонкий, тонкий материал такой. Ну, хорошо прозрачный. Я не люблю цветные, но если кто любит, можно поискать. Было под золото, под серебро и, по-моему, синий с красным рисунком там вот лежат. Можно посмотреть. Так, давайте посмотрим, что здесь из посуды есть. Пиалы боул или салатники. Смотрите, какие цвета. Просто прелестный. Но самый красивый цвет, на мой вкус, это вот василек. Хотя все цвета также приятные. Бульонница в восточном стиле 107 рублей. Также пиала в восточном стиле, что-то все восточный стиль, 71 рубль 90 копеек. Но только в красном цвете. И салатник в белом цвете. Обычный, простой. Опаловое стекло. 90 рублей, в принципе, это недорого. Так, кастрюля жаропрочная. 637 рублей. Посуда 61 рубль. 134 рубля. 120, 167. Белая. Вот такие вот тарелочки покупала я в Экспрессе. Классная тарелка для салата. Прям
Очень интересная форма. Так, ну а здесь у нас креманицы. 3 штуки в наборе. Но я не знаю, вот удалили одну. Возможно, можно и по одной. Скорее всего, нет. Скорее всего, только по 3 в наборе. Пивные кружки для любителей пива. 70 рублей. Прозрачные вот такие вот чашечки, бокалы. 87 рублей они. Ой, какие красивые. Сейчас мы с вами посмотрим. С маками. С тюльпанами. 89 рублей. Необычная форма кружки. Сейчас мы с вами сравним. Смотрите. Необычная, правда? Но мне кажется, при такой кружке маленькая ручка. Но очень симпатичные стаканы. 61 рубль. Смотрите. Внутри ребристая, снаружи гладкая. Все хорошо, но мыть неудобно, допустим, после компота. Потому что внутри ребристое, вот это вот вымывать. Хотя, если сразу все помыть, все вымоете. Кружки по 81 рублю из цветного стекла. Синие, красные. И есть стаканы. Посмотрите, какие стаканы высокие. 64 рубля. Цвет синий и желтый. Симпатичные. Купить несколько разных, допустим, новеньких. Детская посуда, селедочницы или тарелки для нарезки. Открылся новый магнит косметик. Вот мы решили зайти опять с Надеждой. Мы с Надеждой ходим парой. Хорошо, сестра есть, правда же? На Астраханской открылся новый. Большой-большой такой. Вот мы с ней решили бегом забежать, посмотреть. Я хочу себе посмотреть губной какой-нибудь новый. Что-нибудь. Хочется мне что-то. Ну, сейчас что-нибудь найдем. Уходовая. Кстати, а мицеллярка здесь есть? Вот она. Гарньер. Гарньер. Так. Черный жемчуг. Нет, Гарньер. Невея есть. А вот Гарньер. 400 рублей. Да, 500 рублей. Она такая... 600 рублей. Вот то, что мы с тобой взяли, по скидке было. Хороший, хороший. Ага. По скидке мы с Надеждой взяли. Вот так вот мы с тобой и брали, да, скидочное. Я вот такой по скидке брала, очень хорошо. За 200 рублей брала. И здесь скидки. Он различный, девочки, да, есть. У них бывают скидки, можно будет взять. Но не всегда все выгодно, но надо смотреть. Все для ногтей. Ой, надо же, есть тональный крем-бальзам. Ой, тональный крем-балет. Балет. Ну, различные парфюмы. Я говорю, балет, балет, Надежда, балет, помнишь? Да. Детская косметика. Так, здесь даже есть... Пилочки, игрушки какие-то, носочки. Мне кажется, носочков не было или были. Не помню. Ладно, что-нибудь найду, куплю, обязательно вам покажу. Ну да, все, мы возвращаемся с Надеждой с прогулки. Ой, мороженого наелись, прям красота. Вкусно было? Очень, очень. Съели мороженое по 2 штуки. Ой. Ну, обычно съешь там одно мороженое и все. Дома тихо перед телевизором. А здесь, на природе, не жаркую, хорошую погоду. Прям классно. Мы прогуливаемся и, конечно же, увидели какую-нибудь красоту и подойдем. Это у нас Катальпа.
Посмотрите, какая красота. Это дерево, ну, может быть, и кустарник, но высокий кустарник. Южное растение. Лист больше моей ладони. И цветы. Цветы просто прелесть. Сейчас поближе покажу. Смотрите. Ой. Ну, красавица, красавица. У нее вот такие вот сережки, сосульки. Там семена. И если пройти еще дальше, здесь также дерево все усыпано цветами. Ну, просто красавица. Мы с Надеждой встали, послушали аромат. А аромат очень нежный, приятный. Ну, вот чем не за граница? У нас тоже есть очень много красивого. Рядом тополь, но он не цветет. А катальпа, она цветет и очень нежная, нежная. Посадить около дома, ну, на даче, скорее всего, будет просто прекрасно. Я уже дома, девочки. Ничего мы с Надеждой не прикупили для себя. Вообще ничего. Почему? Я имею в виду в Магнит Косметик. Почему? Потому что я хотела посмотреть что-нибудь от Катрис. Мне нужна была... Извиняюсь, немножечко я вас подергаю. Мне нужна была губная помада и блеск от Катрис. В этом Магнит Косметики не была представлена эта фирма, поэтому я обиженная. Ничего не стала больше покупать, потому что мне ничего не нужно было. Теперь нужно будет сходить в свободное время, как только будет, появится у меня график свободный от домашних дел, от работы. Нужно будет зайти в Золотое Яблоко. Там Катрис представлена. И у них мне очень нравятся губные помады и блески. Еще у них классные тональники. Ну вот как только я соберусь, я обязательно возьму вас с собой. Ну и еще мы зашли в магазин «Маяк». Я вам покажу, что я там купила. В принципе, ничего такого, потому что ничего не нужно было. Но все же пустой я не могла уйти. Так, ну и что я купила в «Маяке»? Купила два мусса. Белый шоколад с клубничным муссом. Очень-очень-очень вкусный. Цена 50 рублей 90 копеек. В других магазинах дороже. По 78, по 84. Затем купила салфетки влажные, хозяйственные, универсальные, антибактериальные, 6 в одном. Убирают в доме, убирают загрязнение, удаляют жир, наводят блеск, ароматизируют и удаляют микробы. Здесь 8-10 штук. Мне очень нравится для того, чтобы протирать мебель. Пыль не садится в течение 2-3 дней. Так что рекомендую. Это постоянная моя покупка, я беру. Затем я прикупила... Так, салфетки у нас... Сейчас посмотрим. 40 рублей 90 копеек. Затем я приобрела набор для бургера. Цена... 134 рубля 90 копеек. Вы знаете, бутерброды с утра. Это очень даже хорошо. Особенно если это выходной день. Или вы пораньше встали. Сыра Богатов для бутербродов. 300 грамм. Вот такая вот упаковочка. Набор плавленных с сыром для бургера. И здесь две упаковочки. Это очень выгодно. 150 грамм в каждой упаковочке. Так что присмотритесь. 134 это не так дорого за две штуки. Правда же? Так. И моя любовь. Это я приобрела. 253 рубля 90 копеек. Это сушеная манго. Вы знаете, что я просто обожаю манго. Да и вы, многие из вас, тоже любят, наверное, манго. Авокадо, но манго вкуснее, по мне, на мой вкус. Так, у нас здесь получается 250 грамм сушеная манго, изготовитель Fruit Line, Москва, состав манго сушеная, не содержит ГМО, ну и в общем-то все.
Ой, люблю прям любовь. Любовь-любовь. Не дешевая, так как 253 рубля в принципе-то, да. Но за килограмм получается около 1000 рублей. Ну, очень вкусно, девочки. Вот посидеть, посмаковать, чай попить зеленый или фруктовый. Прям вкуснота-вкуснота. Так что зайдите, попробуйте, возьмите, вдруг вам понравится. Так, ну и были мы в магазине «Магнит Косметик». Как я говорю, зачем я хотела зайти, там ничего не нашла, но была скидка, и даже скидка меня не заманила. 40% на ароматы. 25% на декоративную косметику. Ну, вот так вот сейчас вам покажу. Но мне ничего не зашло. Как-то так. Но я надеюсь, схожу, появится время, схожу в Катри, в Золотое Яблоко, посмотрю что-то от Катрис. Сижу, отдыхаю. У меня есть минут 20-25, чтобы послушать аудиокнигу. И я у сына в комнате села, расслабилась, ноги отдыхают, голова отдыхает. Ну и что вы думаете? Угу. Сейчас я убираю шорты. Извиняюсь. Так, кто здесь у нас? Кто у нас здесь пришел? Злостёна. Злостёна, да. Угу. Почитать, послушать сейчас. Угу. Кто маму любит? Никто не любит маму? Любит? Ну, поцелуй маму. Поцелуй. Ну, иди, иди. Иди, поцелуй. Ну, поцелуй маму. Поцелуй. Поцелуй. Кстати, Йорки чистят зубы, если что. Ну, я им чищу, я не знаю. Вот как-то так. Это выражается к маме любовь. Маму любишь, да? Любишь маму? Мамочку любишь. Любишь маму. А еще любят мои сережки. Где сережки? Ой, сережки. Ой, мамины сережки. Дай поносить, дай поносить. И именно любят вот эти вот с изумрудом. Какие бы я ни одевала, пытаясь обмануть, или золотые другие сережки с другим камнем, или вообще бижутерию. Нет, именно эти и все тут. Злат, злота. А сережечки какие красивые. Какие тебе больше нравятся, эти или другие? Ой, стесняется. А поцеловать? Ну все, давай целуй. Целуй. Не хочет. Целуй. А поцелушечки? А обнимашечки? Давай целуй. Нет? Ну целуй. Нет. Будешь целоваться? Ну поцелуй один раз. И все, давай. А потом не остановить. Просто не остановить. Все, достаточно. Достаточно. Ой. Все, все, хорош. А Сома? Саманта любит маму? Любит маму Саманта? Тут уже ревность. Саманта, иди поцелуй маму. Идем. Да. А Саманта маму любит? Давай, поцелуй маму. Еще раз. Но преимущественно я не даю губы целовать, в нос целуют, потому что, ну, губы есть, губы, знаете. Ну что, а еще поцелуешь? Нет? Поцелуешь? Кто там? Поцелуй. Короче, собаки умные, если их учить и общаться, и разговаривать с ними. Я против света. Если их учить и разговаривать с ними. Вот, допустим, они знают прекрасно слова какие-то, знают кушать. Кушать. Гулять. Соскучились. Соскучились. Ну, здесь Саманта подключается. Соскучились.
Все, соскучились, очень скучали, да, скучали. И знают эти слова все три Ёрочки. Ну, и там еще куча слов, просто их много. Общаться, разговаривать, и они прям умняшки. Все. И что это такое? Ну, злото. Приставочка? Да, ты приставочка. Ой. Что это такое? Это что такое? Любовь? Да, ну все, я поняла, ты меня любишь, все. Это соскучилась. Волшебное слово. А кто там? Посмотри. Ой. Все, хватит. Ну, Злата, все, место. Вот как-то так.